К личным рекордам в день военно-морского флота ялтинский спортсмен Иван Попов устроил забег на Медведь-гору Аюдак. Своим поступком он решил доказать, настоящим воином можно стать только благодаря здоровому образу жизни. На дистанцию вышел и наш корреспондент Дмитрий Попов. Раз, два, три, погнали! В 6 утра спортсмен стартует с набережной Ялты в первых лучах солнца. Время терять нельзя, чтобы успеть до жары. Впереди 25 километров с покорением Аюдага. Настрой боевой. Там, где мы, там победа. Забег посвящен Дню ВМФ не просто так. Иван Попов сам служил в этом роде войск в городе Ломоносов. Воспоминания только положительные. Даже не было как таковой дедовщины. То есть коллектив был дружный. Конечно, были какие-то задания на физподготовку, то есть отжимания, приседания, но это все больше на благо. В Ялту Иван переехал 2 года назад. Снимает ролики о здоровом образе жизни. Рассказывает про кардио, силовые тренировки и закаливание. Будьте здоровы! Трезвая борода. Так его называют в интернете. Спортсмен личным примером доказал. Во всем главное желание. Даже сбросил 45 килограммов. После этого жизнь преобразилась кардинально. Стал здоровее. Практически перестал болеть. А самое главное, это я встретил свою будущую жену Юлю. Юлечка, я тебя люблю. У нас 8 августа свадьба. Привет. Тем временем на часах уже 8 утра. Солнце начинает припекать. С собой спортсмена вода и укрепляющие наколенники. Подбадривает любимая музыка. Большая часть маршрута пройдена. Впереди покорение медведя. При борьбе с огромным зверем темп приходится сбрасывать. Конечно же, здесь сильно не разгонишься, потому что подъем крутой, тропа узкая и скалистая. Нужно быть максимально аккуратнее. Иван, как себя чувствуете? Здорово! Высота горы 571 метр над уровнем моря. Под ногами много камней и резких поворотов. Но главное – сила духа. Спустя 3 часа – финиш. С днем военно-морского флота! Я это сделал. Я на горе Медведь. Будьте здоровы. Дмитрий Попов, Анна Пискунова, Новости 24, Большая Ялта.